В островном регионе утро вторника началось с жесткого ДТП. Около 5.40 три автомобиля столкнулись между Долинском и Стародубским. «Тойота Сурф» двигалась в сторону районного центра. По предварительным данным, у автомобиля лопнуло колесо. Водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Тойотой Филдер». От удара пикап перевернулся, и в него въехала «Киария» следовавшая за универсалом. В результате ДТП пострадали три человека – водитель и пассажир Филдера и пассажир Сурфа. Водителю седана понадобилась лишь разовая медицинская помощь. Как отметили в пресс-службе областного управления ГИБДД, у водителя пикапа нет прав категории «Б».